По статистике в мире пешеходы получают травмы каждые 8 минут. Именно пешеходы являются наиболее уязвимой группой участников дорожного движения, и зачастую по их вине происходят аварии. С участием пешеходов ежегодно регистрируется около 1000 случаев ДТП, что составляет свыше 30% от всех дорожно-транспортных происшествий в Молдове. Для борьбы с нарушениями в школах проводятся обучающие лекции, а на улицах организовывают различные акции. Одной из таких стал флешмоб на улице Дача, самый опасный для перехода в Кишиневе. На этот раз обошлось без штрафов, однако меры все же были предприняты. Мы распространяем обучающие брошюры. Мы надеемся, что таким образом пешеход будет информирован не только о правилах дорожного движения, но и грозящих за их нарушение штрафах. Так, за переход улицы в неположенном месте пешеход будет оштрафован на 200 леев, если он при этом станет причиной ДТП, от 300 до 400 леев. Только с начала года на проспекте Дача произошло более 80 ДТП, в которых пострадало около 120 человек. Семеро из них погибли. Однако такие пугающие цифры не кажутся показательными для наших граждан, и они продолжают полагаться на удачу, переходя столичные улицы в неположенных для этого местах. Сосед, потому петонь, здесь машины циркулируют очень интенсивно. Мы видим, как... брошюры, зачитайте здесь регули, шрифт, или пытаться не мериться на акцидент. А вы здесь, думаете? Папа! Я лучше ворбею свой телефон. Надела дом, здесь работает. Да ну ты скорее страда, дом. Я тут все время хожу, никто ничего не сказал. Ну так дивіться, подземный переход, чего вы не идете туда? А я там боюсь, там темно. Ну извините, но не треба, потому что вы можете попасть в ДТП. Я бегать не буду. Мы вам дамо материал. Вы можете материал, умереть просто. А? Чтобы вы почитали на русском языке. Ну уже в моем році не страшно уже. Спасибо, что ну, вы хорошо стоите на страже. Не соблюдайте, в следующий раз будет штраф просто. 1000 лей, как вам, нормально штраф такой? Это тысячи. За то, что неправильно. У меня это все равно грошей таких немає. Всего хорошего. Напомним, что пешеходам следует передвигаться только по тротуарам и специально обустроенным дорожкам или обочинам. Пересекайте проезжую часть только по обозначенным пешеходным и подземным переходам. Если в зоне видимости нет таковых, пешеходам разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части, предварительно убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. И главное помнить, что ваше поведение на дороге – это залог вашей же безопасности.